Раз, два, три. Есть звук? Все, отлично. Звук появился, и можно начинать. Хорошо, замечательно. Здравствуйте, уважаемые участники нашего сегодняшнего вебинара. Меня зовут Марина Коваленко, и вебинары в этом сезоне буду вести я. Сегодня мы проводим наш вебинар в секцию учителей математики на тему «Проблемы повышения качества школьного образования и эффективности подготовки к ЕГЭ и ОГЭ». С графиком проведения дальнейших вебинаров вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе «Вебинары». Интересующий вас вебинар найти на нашем сайте достаточно легко. Вам для этого нужно зайти на наш сайт, открыть раздел «Вебинары», выбрать предмет, который вас интересует, и, собственно, выбрать вебинар, который вам интересен. Также вы можете воспользоваться функцией «Запланировать участие». Для этого вам необходимо указать ваш электронный адрес, на который перед вебинаром придет ссылочка для участия и напоминание о том, что вебинар скоро состоится. Все материалы проводимых вебинаров мы будем, как и прежде, размещать на нашем сайте. Через некоторое время будет доступно видео для просмотра, видео для скачивания и там же все презентации к данному вебинару. Вопросы, которые у вас будут возникать в течение вебинара, вы можете задавать в чате. Пожалуйста, пишите их не в конце вебинара, а в течение, когда они у вас появляются, чтобы мы, наши авторы, успели на них ответить. Для получения сертификата вам необходимо полностью заполнить анкету при входе в вебинар. Я напоминаю вам еще раз о том, что все данные для сертификата берутся из анкеты без изменений. Поэтому если у вас в анкете будет допущена какая-либо опечатка, то, к сожалению, эта же опечатка перейдет к вам в сертификат. Поэтому будьте предельно внимательны. Если вдруг случается так, что вам необходимо повторно ввести вебинар, то полностью заполнить анкету вам не нужно. Вы можете написать сокращенно, либо поставить прочерки, потому что в первый раз ваши данные уже сохранились. Вебинар наш пройдет сегодня с 15 до 16.30 по московскому времени. Я буду все время в чате под именем модератора. Буду отвечать на все ваши вопросы и также передавать вопросы автору, если они поступят. Я представляю вашему вниманию ведущих нашего сегодняшнего вебинара. Елена Генриевна Коннова, автор книг по математике и автор курса внеурочной деятельности в начальной школе «Рост». Сергей Юрьевич Куламков, заместитель генерального директора по научной работе, автор наших книг по математике. И Сергей Олегович Иванов, начальник отдела математики и автор книг по математике и издательства «Регион». Ну, я желаю вам приятной работы и передаю слово Сергею Юрьевичу. Так, добрый день, уважаемые участники. Так, добрый день, уважаемые участники. Вот тут маленькая такая техническая заминка. Значит, поздравляю вас с началом учебного года нового. И вот мы, так сказать, вот там, в этот раз начинаем серию вебинаров, опять-таки, ну, посвященную, так сказать, различным аспектам подготовки к ЕГЭ. И этот первый вебинар в основном будет посвящен, так, ну, некий установочный характер будет носить. Значит, на нем мы постараемся рассказать о новых наших книгах, о каких-то там нововведениях. Ну и попытаемся эти все вопросы рассмотреть в течение сегодняшнего вот где-то часа с небольшим. Затем будем слушать ваши вопросы. Значит, почитаем ваши вопросы и дадим на них ответы. Так, и теперь я хотел бы перейти к презентации. Да? Да, ну вот, значит, ну вы знаете, в основном, я думаю, с нашим издательством все продукции вы знакомы. Уже не знаю, там много, больше 10 лет точно он существует на рынке. Успешно мы реализуем нашу продукцию. Приходим вам, надеюсь, на помощь. Понятно, что наши пособия, там, появится предыдущий список.
одобрены Министерством образования. И вот сегодня мы, так сказать, хотим рассказать о некоторых изменениях, которые мы в связи с ситуацией, которая нас сейчас окружает, ввели в наши пособия. Ну вот, если посмотреть основную серию, готовимся к ЕГЭ. Значит, у нас один из авторов, так сказать, торопится несколько, поэтому я сейчас Елене Геннадьевне передам слово. Она расскажет вот о своих книгах, посвященных работе со школьниками, олимпиадной работе. Да? Так, сейчас. Хочу пока уже познакомиться. Здравствуйте. Вот можем предыдущее сказать. Здравствуйте, уважаемые учителя. Мне бы хотелось вам сказать несколько слов по поводу работы с сильными школьниками, ну, скажем так, по крайней мере, со школьниками, заинтересованными в изучении математики. Ну, во-первых, что в этом году пришло во все школы, в пятые классы, это в ВУЗ. Если до этого в начальной школе, так сказать, до 4 класса уже все школьники пошли по новым стандартам, то вот в этом году, в общем-то, вся страна и в 5 классе тоже перешла. Но некоторые школы, они как бы в пилотном режиме работали, и сейчас я знаю, что в некоторых школах уже не только 5, но и 6, 7 классы тоже идут по новым стандартам. Если судить по начальной школе, то обычно начало работы по стандартам сопряжено с некоторыми сложностями, которые касаются, ну, в общем-то, двух вещей, которые, скажем так, которые мы осветим сейчас. Первое – это так называемые универсальные учебные действия и, так сказать, как с ними бороться, на самом деле, как развивать их в детях. Вот. И второе – это внеурочная деятельность. То есть вот это то, что можно считать, в общем-то, новым в стандартах, в сравнении с предыдущим стандартом. Вот. Значит, я сейчас скажу, как, в общем-то, книги нашего издательства могут вам помочь во втором вопросе. И посредством этого, в общем-то, и первый вопрос тоже решается, потому что, собственно, что такое универсальное учебное действие? Это как раз вот те действия, которые позволяют вообще что-то решать, что-то выполнять, делать это осмысленно. Итак, для 5 класса и для 6 класса можно предложить книжки, ну, презентации, потом, когда они появятся, вам просто на них, так сказать, некоторое основное внимание, ну, чтобы просто не искать. Значит, вот одна книжка, вот наверное, дети еще не будут. Вот. Разве что родители будут о них думать. Значит, да, вот они сверху, эти книжечки. Первая называется 5-8 класс, а вторая называется 6-9. Но реально это больше зависит не от класса, а от готовности ребенка воспринимать информацию. Потому что олимпиадные задачи – это, ну, специально для класса математических задач. И, естественно, нужны школьные знания, но их недостаточно для того, чтобы решать олимпиадные задачи. Нужен некий навык, некоторая специальная теория, может быть. По материалам этих книжек, вот, которая 5-8 называется, это вообще курс из 34-35, то есть нужно не помню занятий, для учащихся, я говорю, можно, в общем-то, для начинающих начинать с 5 класса, ну и вплоть до 8, если дети только тогда начали интересоваться олимпиадными задачами. Вот как курс неурочной деятельности, вы вполне можете взять этот курс, там прям разбивка по заданиям, по дням, ну, или по занятиям. И это как раз вам будет курс на целый год.
Та книжечка, которая 6-9 написана на ложке, первый курс, который там расположен, а именно курс по теории графов, тоже содержит рабочую программу, содержит, в общем-то, все наполнение занятий, но там на занятия отдельно не разбито, потому что темп продвижения может быть совершенно различным. Сколько успеете, столько успеете. Может это корректировать тот учебный план, который предлагается. То есть он прямо в книжке, в этой, и помещен в конце книжки, рабочая программа. И даже там есть тест для усвоения. Кроме того, там есть и другие темы, которые вы можете либо параллельно с этим, либо, допустим, в других классах вести. Книга внизу нарисованная, обложечка ее, да, вот эта вот. Это книга, в которой собрано много олимпиадных тем, и она, наверное, все-таки для более старших классов. То есть я бы рекомендовала ее 7 класса. И вообще говоря, вот если ребенок как бы прорешает задачи из этой книги, то он вполне справится, я не скажу со всей задачей, которая высокого уровня сложности, последняя в ЕГЭ, но, по крайней мере, уж первый пункт решит без всяких проблем. А может быть и второй, потому что это, в общем-то, уровень сложности не сильно отличается. Можно читать в рамках этой же серии книжка, которая называется «Подготовка к ЕГЭ. Задание» написано 21 профильного уровня, но на самом деле сейчас это не 21 задание, но это последнее задание высокой сложности как раз. Там как раз на простых примерах показаны, как решаются такие задачи, есть подготовительные задачи, есть задачи уровня ЕГЭ. Можно считать это как бы вот завершающим этапом подготовки к решению этой сложной задачи. Ну вот все, что я хотела сказать. Сейчас пару вопросов. Почему внеурочная деятельность должна оплачиваться? Внеурочная деятельность по ВОЗам оплачивается в количестве 10 часов на класс. Она входит в тарификацию по закону. И вот совсем скоро будет по внеурочной деятельности вебинар. Честно говоря, я не помню. Около 20-х числа где-то. 22-го. Это, вообще говоря, будет для начальной школы, но если кого-то интересует, то начало вебинара будет как раз, там говорится, о законах, которым должна подчиняться внеурочная деятельность, и вы можете послушать. Тогда уже более подробно. Скажите, ссылку я отправлю в чат. Ссылочка на этот вебинар будет отправлена в чат. Ну, просто чтобы сейчас мы на это уже подробно не тратили. Но она должна оплачиваться, это точно, и тарифицироваться тоже должна. Да, ну, раз мы еще того коснулись этой темы, то вот еще у нас достаточно уже года два выпускается книга, называется «Летняя математическая школа». В этой книге мы, в общем, показали опыт свой работы в такой летней школе, организованной нашим издательством, ну, в 11 годов. По-моему, то ли в 12-м, то ли в 13-м году эта школа реально проходила. То есть в ней, в этой книге, весь материал работы со школьниками, там было несколько групп по разным возрастам, разного уровня сложности, значит, все, соответственно, вступительная, заключительная олимпиада, мат-бои, которые проходили, ну и содержание своих занятий, все это в этой книге, вплоть до расписания занятий по разным группам, и все, конечно, всегда еще проверено. То есть для тех, кто интересуется вот именно этим видом деятельности, организации летних школ, вся информация здесь есть. Наше издательство, кстати, летнюю школу проводит уже много лет подряд, ежегодно. И в этом году тоже была летняя школа. Вот так, по этой книге мы как-то там обобщили этот материал, содержание занятий летней школы. Так. Значит, что там еще спрашивают? Есть ли число для подготовки к олимпиадам? Ну, это, наверное, про внеурочную деятельность. Еще раз. А есть ли число для подготовки к олимпиадам, спрашивают?
Единственное, что я могла бы посоветовать, если нет часов для подготовки к Олимпиаде, то вот, видимо, это не касается пятых классов, потому что я говорю, в пятых классах в этом году во всех школах есть часы на внеурочную деятельность, где вы можете просто вот один из курсов брать именно подготовку к Олимпиаде. Вот. В остальных классах, которые во многих школах чумели по ВОЗ, есть элективные курсы, которые тоже, собственно, ну, там я понимаю проблему, потому что со всем классом обычно тяжело заниматься. Вот. Ну, понимаете, мы финансовые вопросы точно не решаем, мы только даем инструмент учителю, по которому он может заниматься с детьми. А уж на что в школе идут деньги, к этому мы не причастны. Еще вопрос близкий. Некоторые пилотные школы перешли на ВОС средней школы. Что можете предложить для педагогов, какие пособия? Ну, я так подозреваю, это имеется в виду вот эти вот для проектной деятельности, да? Угу. Скорее всего. Да. Ну, например, по ВОСам сейчас у нас достаточно большое внимание уделяется по новому виду деятельности, а именно проектной деятельности. Вот у нас в прошлом году вышла книга, посвященная вот организации этого вида деятельности на занятиях. Значит, в этой книге обобщен примерно опыт автора по организации и знакомых ее учителей. Значит, по организации проектной деятельности по разным классам и по разным, так сказать, проектам. Проекты метапредметные, по какому-то конкретному предмету сказать нельзя, но вот по разным проектам. Достаточно там много чего в этой книге есть. Кроме того, еще я знаю, что в издательстве нашем выпускается книга «Универсальные учебные действия», и там что-то еще дальше идет. Вот такая книга точно есть, но это явно вот по вкусам, если вы имеете в виду вот это. Но подробно про нее я не готова говорить, я просто знаю, что она есть. Ну, вообще, например, если у вас есть какие-то запросы по, там, допустим, по какому-то вебинару или какие-то конкретные вопросы. Значит, еще раз, если у вас есть какие-то запросы, вы напишите, и мы обсудим, так сказать, со специалистами, может, какой-нибудь вебинар проведем по вашим вопросам. Вот я имею в виду по новым стандартам и тем сложностям, которые вызываются. Потому что нам же тоже как бы не совсем, может быть, всегда понятно, какие вопросы возникают у вас. Вот. Поэтому пишите, и мы это обсудим. А я же говорю, что вот мы, как математики, вам представили уже книги, которые вы можете использовать для внеурочной деятельности. Другие книги больше относятся к внеурочной деятельности. Не, ну вот еще по внеурочной, я считаю. Ну, мы сейчас еще поговорим. Да. Нет, так. Так, ну, для пятого класса. А, для пятого, да. Да. Сколько часов математики в пятом классе вас должны быть, вы знаете? Вы знаете, есть разные учебные планы, это зависит очень сильно от школы, и поэтому мы как бы не можем сказать, что вот должно быть именно так. Оно может быть от 5 и до 7 часов, если всякие элективные курсы нельзя назвать для 5 курса. Ну вот есть некие еще дополнительные курсы, которые школа может из своего школьного компонента добавить. То есть 5 минимум, а все остальное может добавляться. Ну, ясно. В общем, мы вас поблагодарим за внимание, да? И пожелаем общим успехом. Так, а тут человек торопится. До свидания. Да, мы перейдем к... Почему мы перейдем? Ну, к другим темам. Да, вот Сирия готовится к ЕГЭ, да? В этом году вы знаете, что у нас постигло, так сказать, такое мероприятие интересное, как разделение экзамена ЕГЭ на два уровня, на профиль и базовый. Вот, в связи с этим, конечно, мы на это не могли не отреагировать. Ну и, соответственно, выпускаем пособия и для подготовки только к профильному экзамену, только к базовому, а есть отдельные пособия и для подготовки к обоим видам экзамена. Вот сейчас наш Сергей Олегович расскажет вот про первый в этом списке книгу «Тематический тренинг» в 10-11 классе.
Так, тематический тренинг для 10-11 класса. Это книга у нас новая, она раньше не выпускалась. Она предназначена для первоначальной подготовки к экзамену, может быть, действительно, которая начата в 10 классе. По сути своей, она представляет собой некий гибрид из книги для экспресс-подготовки нашей прошлогодней, из сборника задач. Ну, а также там встречается довольно много контекстной теории, то есть перед блоком задач дается необходимая теоретическая информация для ее успешного решения. Ну вот, как-то так. Ну, теперь можно подробнее остановиться. Итак, книга эта предназначена для подготовки как на базовом уровне ЕГЭ, так и на профильном. Ну, так сделано, потому что, как правило, в начале подготовки зачастую школьник еще не знает, на каком уровне он будет сдавать. Соответственно, книга эта охватывает практически все темы, которые встречаются на базовом уровне и на профильном уровне экзамена. Книга эта разбита на довольно много параграфов, насколько я помню, 26 параграфов. Эти параграфы включают в себя краткую теоретическую информацию, а после нее следует набор задач, организованных следующим образом. Сначала дается задача, номер которой обведен в рамке, эта задача имеет решение в конце книги. После нее, после этой задачи, дается несколько аналогичных задач для самостоятельного решения. Таким образом, учащийся либо сам, либо вместе с преподавателем, разобрав одну задачу, может дальше самостоятельно выполнять несколько задач, и учитель может проверить его результаты. Также в большинстве параграфов, а именно это 21-х, где рассматриваются задания с кратким ответом, так вот, в конце этих параграфов приведено по 4 варианта для самостоятельного решения. Это сделано для того, чтобы было удобно провести диагностику, контроль, самоконтроль по указанной теме. Пишет, не слышно? Нет, нормально. А, нормально, хорошо. Ну так вот, по заданиям с кратким ответом, это большая часть книги. Там даны варианты для самостоятельного решения, по 4 варианта на тему. Варианты рассчитаны на один урок. По заданиям с развернутым ответом там таких контрольных нет, потому что это редко делается, поскольку задания с развернутым ответом, как показывает практика, решают немногие. Ну, таким образом, эта книга очень удобна как начальная, то есть с нее начинать работу намного лучше, чем, скажем, со сборника тестов, обложка которого также помещена на слайде. Поскольку для сборника тестов желательно все-таки, чтобы школьник освоил либо все, ну или, по крайней мере, почти все темы, которые проявляются в этих самых тестах формата ЕГЭ. Ну, о них сейчас тоже будет рассказано. Давайте секундочку, я проверю звук. Раз, раз. О, есть вроде.
пошло. Так, ну хорошо. Так, ну чудесно. Значит, обычно, как вы знаете, мы, ну, как бы основную нашу книгу выпускаем всегда к началу учебного года. Значит, книгу, содержащую достаточно много тестов для прорешивания в течение года. Этот год исключением не стал. И вот эта книга, значит, для профильного уровня. Ну, аналогичная книга и для базового уровня. Она еще, так сказать, сейчас только в печати. Значит, сама по себе, ну, обе книги содержат по 40 тренировочных вариантов. В этом году мы число их увеличили. Но если брать профильный уровень, то, как обычно, мы четко выдерживаем парность вариантов. То есть варианты нечетный, следующий за ним четный, они, в общем, сделаны подобными. Для удобства работы, там, скажем, на занятии и самостоятельно. Если брать решение задач, то в этом году мы в эту книгу добавили решение 10 вариантов. То есть решен каждый вариант один из четверки. То есть, ну так если точно, то номер варианта сравним с единицей по модулю 4. Да? То есть это первый, пятый, там, девятый и так далее. Значит, почему выбран каждый вариант из четверки? Ну, в общем, наши наблюдения показали, что двух похожих вариантов, в общем-то, хватает для устойчивого освоения школьниками задач, ну, простых задач, с кратким ответом, скажем. Но вот задачи с развернутым ответом, которые зачастую слегка отличаются друг от друга, там, предположим, геометрическим чертежом, там, конфигурацией, расположением, может быть, какими-то функциями определения немножко другие, скажем, если брать задачу алгебраическую, то получается, что двух вариантов для освоения сложных задач зачастую школьникам не хватает. Вот поэтому мы в этом году предприняли такой эксперимент. Значительная часть вариантов, она по задачам второй части разбита не на пары, а на четверки. То есть примерно 4 последовательных вариантов, они близки по идеям. Ну, насколько это возможно для задач второй части, которым все-таки нужна еще и какая-то творческая составляющая. Вот поэтому решается каждый вариант один из четверки. Для того, чтобы занимающийся мог познакомиться с образцом решения. Ну, а дальше 3 варианта, вторая часть будет достаточно близка по идеям. В этом году мы, как обычно, выпускаем, так сказать, решебник с какими-то рекомендациями методическими. Ну и еще несколько... Да, это книги все посвящены профильному уровню. Если брать вот тренажер по неравенствам, это в основном задача типа, ну вот как по-старому, типа C3, да? Значит, неравенство такого повышенного уровня сложности рассмотрено в этом тренажере. Ну и как все тренажеры у нас... Там есть просто задачи, которые целиком решены, разобранных решения. Есть задачи, которым даны часть решения, а какую-то часть предполагается, что будет вписывать работающий по этой тетради. Практически это рабочая тетрадь. Ну и есть такие задачи, где целиком нужно выписывать решение. То есть вот книга предполагает, что как рабочая тетрадь, в ней можно будет вписывать там какие-то фрагменты решения, и целиком решение каких-то задач и так далее. Ну, таких тренажеров у нас по разным разделам достаточно много, по разным задачам. Есть по тригонометрии отдельный тренажер, есть там какой-то по геометрии, да, что-то есть и так далее. Если брать, так, что там еще, ну вот, да, справочник. Вот вы знаете, что мы уже несколько лет выпускаем карманный справочник, и в этом году сделали вот такой большой справочник. Впервые, это новая книга. Значит, ну, выяснилось, что как бы справочник справочником хорошо, но многие школьники, прочитав в этом справочнике, например, какую-то теорему, там геометрическую, какое-нибудь утверждение алгебраическое, не очень в состоянии понять, как его можно применить в реальной ситуации. Поэтому мы сделали такой вот так называемый большой справочник, в котором практически тот же теоретический материал из карманного справочника, но каждая теорема, каждое там утверждение сопровождается большим количеством пояснений, рекомендаций и
решенных задач, разобранных задач с применением именно этой теоремы, этих утверждений. Ну и получился он, соответственно, там больше 300 страниц, и там, что делал, да? около 300 страниц, значит, практически он позволяет, ну, содержит весь необходимый теоретический материал для успешного написания ЕГЭ, да и не только ЕГЭ, в том числе и в 9 классе, в принципе, там есть материал соответствующий. И снабжены большим количеством примеров. Он позволяет более эффективно организовать процесс повторения теории, когда школьник будет видеть, какие ему факты нужно повторять в первую очередь, какие можно отложить на потом, а какие отложить, видимо, на совсем. Ну, то есть отделить более важные, более часто применяемые факты от фактов, которые, к примеру, применяются только в заданиях с развернутым ответом, которые он решать и вовсе не собирается. Так, ну и вот, ну, тренажер, о котором я упоминал, это тренажер для подготовки к ЕГЭ. В основном здесь собраны задачи, ну, так сказать, первой части профильного экзамена. То есть, опять-таки, это рабочая тетрадь, занятия, по которой можно и даже нужно начинать в 10 классе. И, в общем, по нашим наблюдениям, очень много учителей начинают работать по этой книге именно в 10 классе. Большое число примеров, там есть место, куда вписать решение. То есть, это рабочая тетрадь. Вот по темам, объявленным вот здесь на странице презентации. Значит, эта книга тоже традиционно мы уже много лет выпускаем. Это программа для учителей, организации, точнее, программа учебная, организации повторения в четвертой четверти. Но повторение мы организуем в формате ЕГЭ. Она снабжена большим числом контрольных работ, самостоятельных работ, которые оцениваются, так сказать, как принято в ЕГЭ, в баллах, а потом переводятся в оценки. Там же есть система перевода. Ну, то есть, вообще говоря, книга предназначена, конечно, для учителей. Так, вот тоже еще одна книга, в общем-то, в основном для учителей. Это книга, значит, ну, «Секреты оценки заданий повышенного высокого уровня сложности». Значит, задание с развернутым ответом. Содержит большое число примеров, разобранных на экзамене, точнее, написанных на экзамене школьниками, и оценок экспертов с комментариями, почему там, за что были сняты баллы, по какой причине и так далее. Вообще говоря, книга эта писалась по мотивам, ну, один из авторов в своем институте повышения квалификации вел соответствующий спецкурс для экспертов, учителей, которые выступают экспертами на ЕГЭ. Вот свой опыт они обобщили в этой книге. Так, ну вот эта куча пособий, которые у нас, тут можно где-то на даты смотреть, можно не смотреть, они посвящены отдельным каким-то задачам или даже отдельным темам среди задач, которые встречаются в ЕГЭ. Ну вот, например, вот упомянутый тренажер по тригонометрии, скажем, вот по заданию неравенства, бывшее C3, да, решение рационализации. Вот по теории вероятности, по геометрии, вот какие-то там вот отдельные пособия. Вот серия пособий Корянова и Прокофьева по всем видам задач. Ну вот сюда же относятся задания пособия по последней олимпиадной задаче, которую Инна Генрина показывала. Да? Сюда же мы сейчас выпускаем дополнительно книги по экономической, в кавычках, задаче, которая сейчас, по-моему, под номером каким 17-м. Да? И в общем, достаточно много здесь различных книг, посвященных каким-то отдельным аспектам подготовки. Конечно, все они в основном, за редким исключением, предназначены для тех, кто готовится к профильному ЕГЭ. Ну, по заголовкам вы видите, наверное. Так, ну, 9 класс. Тоже, в общем-то, он сделан примерно. Каким-то отдельным темам есть еще, так сказать, отдельные книги. Так, пожалуйста. Начнем снова рассказывать с первой книги, которая обложка слева сверху расположена. Это «Математика. ОГЭ. Тематический тренинг». Это книга, название которой похоже на книгу для 10-11 класса, но она построена несколько иначе.
Она также предназначена для такой самой начальной подготовки, то есть с нее можно начинать подготовку. Она разбита на 27 параграфов, насколько я помню. В каждом параграфе дается краткая теория для конкретной задачи этого параграфа. Дальше идет один вариант с разобранными решениями и 6 аналогичных ему вариантов для самостоятельного решения. Ну, для самостоятельного решения это можно их организовать разбор как в классе, так дать на дом, либо устроить какую-то диагностическую проверочную работу по этим вариантам. Книга эта построена на основе выпускавшихся ранее в нашем издательстве тематических тестов для 9 класса. Вы наверняка знакомы с этой книгой. Но по сравнению с тематическими тестами, эта книга была существенно расширена, в основном за счет геометрии. Поскольку раньше в тем-тестах геометрии уделялось довольно мало места, а здесь было добавлено сразу несколько параграфов по разным темам геометрии на базовом уровне, насколько я помню. Вот. Ну и уже начав работать с этой книгой, можно потом переходить к сборнику тестов, подготовка к ОГЭ 2016, обложка которого также сверху справа. Этот сборник тестов содержит 40 вариантов, как и в 11 классе. В нем также, как обычно, соблюдается принцип парности, то есть вариант нечетный парен следующему за ним четному. Ну и этот принцип был несколько усилен, так что теперь первые 20 вариантов разбиты даже не на пары, а на четверки. Чтобы школьникам было легче готовиться, можно разобрать один вариант, и в случае каких-то неуспехов во втором варианте у учителя есть еще в запасе два варианта, которые он может либо разбирать с учеником, либо дать ему, скажем, на дом. Кроме того, вот эта вот книга «Математика. Подготовка к ОГЭ 2016» содержит сборник задач, где приведено довольно много задач, в основном с развернутым ответом, то есть задачи повышенной сложности. Ну, почему так? Потому что задания с кратким ответом встречаются очень много и в тематическом тренинге, и в тренажере для 9 класса. А вот сборник задач с развернутым ответом по разным темам хороший вот как раз в сборнике тестов «Математика. Подготовка к ОГЭ 2016». Там эти задачи разбиты по разным темам, насколько я помню, и тем, кто хочет сдать ОГЭ на высокий балл, это весьма пригодится. Кроме того, у нас через некоторое время выйдет решебник к вот этой книге ОГЭ 2016. В основной книге как решение сделано? Решение сделано для каждого четвертого варианта, ну то есть для первого из четырех, для первого, пятого, девятого и так далее. Ну и решения в 9 классе даются только для второй части. Ну, мы считаем, что первая часть в 9 классе не нуждается в публиковании решения. А вот ко второй части решения даны для одного варианта из четверки, а для остальных вариантов будут решения даны в решебнике, и там же в решебнике будут даны решения ко всем задачам из сборника, которые задачи как раз в основном повышенного или высокого уровня сложности. Ну, точно так же будет выходить решебник и для 11 класса, где будут также разобраны все задания тестов, которые решения не попали в основную книгу. Ну, что там у нас дальше еще? Также есть тренажер для 9 класса ОГЭ 2016, в котором нет ни теории, ни решений, но есть очень много задач на разные темы, и этот тренажер может использоваться в качестве задачника на уроках. Весьма удобно, судя по отзывам преподавателей. Дальше. Ну вот, в двух словах, вот про эту книгу уже упоминала Елена Генриевна. В общем-то, эту книгу можно использовать и как материал для работы внеурочной, задание с параметром. Ну, правда, вы учтите, что в 9 классе, вообще говоря, задание с параметром только одно. И, в общем, если его даже и не решать, это последняя задача в разделе алгебра,
то, ну, в общем, пятерку все равно можно прекрасно получить. Однако вот интек-книжка мне показалась, например, интересной тем, что она позволяет практически начиная с 9 класса, а отдельные ее темы позволяют начинать работу и в 8 классе. То есть практически с 8 класса позволяют школьника готовить с идеей параметра. Потому что задача с параметром, ну, нас ожидает на ЕГЭ. Это задача высокого уровня сложности. И, в общем, подготовка к ней и к задачам с параметром можно начинать вот практически с 8 класса. Ну и, в общем, подготовиться к задаче в 9 классе. Там много параграфов, достаточно подробная книга. Они у нас, по-моему, был вебинар в прошлом году отдельно. Такая же книга есть похожая и по сложной геометрии, да, во второй части ОГЭ. Три геометрических задачи, в той книге тоже все они разобраны. Теперь где-то там был вопрос, я видел, можно ли начинать готовиться, так сказать, к тестовым видам аттестации, начиная там с более ранних классов. Вот специально у нас серия «Текущие контроли промежуточная аттестация». В основном она, эти книги предназначены для работы в тех классах, в которых еще нет итоговой аттестации. То есть, как правило, это более вот ранние классы. Начиная с 5 класса, где идет еще математика, потом в 7 классе она делится на алгебру и геометрию, и вот соответствующие пособия для того, чтобы школьник начинал привыкать к тестовой форме, например, занятий, тестовой форме аттестации. Ну и вот если брать геометрию, тут линейка 7, 8, 9 класс, это тут вот рабочие тетради, которые можно непосредственно на уроке с ними работать, туда вписывать решения, ну и так далее. То есть здесь вот тематические тесты по алгебре, опять-таки они разбиты по темам. Все эти пособия, они в общем-то к какому-то конкретному учебнику, понятное дело, не привязаны. Потому что мы, в общем, ориентируемся, в общем, в перспективе, конечно, на итоговую аттестацию, которая, в общем, для всех школьников одна и та же. Поэтому и наши пособия мы делаем таким образом, чтобы по ним можно было заниматься, вообще говоря, школьниками, которые учатся по разным учебникам. Ну, где-то там в каких-то классах это учитывается при очередности прохождения тем, и так далее, и тому подобное. Так. Ну, текущий. Значит, да, вот я говорю, серия мастер-класс. Это книги, которые у нас предназначены в основном, конечно, для учителей. И позволяют им организовать свою деятельность там, в каких-то вопросах. Вот об этой книге два слова я говорил. Ну, в общем-то, у нас, скорее всего, пройдет еще отдельный вебинар, посвященный вот этой организации проектной деятельности. Ну, потому что, в общем, дело новое, и согласно вот ГОСам второго поколения, сейчас оно будет активно, уже начиная с 5 класса, потребуется вам проводить эту работу. Вот соответствующая книга по проектам. Ну, если там, я вижу, минут 10 у нас есть, поэтому я вот еще расскажу вам про одну забавную, интересную книгу. Значит, автор этой книги работает в Красноярском педагогическом университете. Ну, вот в свое время, так сказать, заинтересовался идеей компьютерной анимации и средой GeoGebra. Это программа, которая бесплатно в интернете распространяется. В общем, он по этой тематике проводил спецкурсы для своих студентов, будущих педагогов, ну и попутно работал со своими школьниками. То есть вот, например, на некоторые разделы этой книги сделаны на основе проектов, которые его школьники готовили для участия в различных там конференциях, есть награды там и так далее. Нам она показалась в чем-то интересной еще потому, что, ну, вы знаете, что сейчас в школе, в общем-то, активно внедряются там различные элементы информационных технологий, те же вот доски вот эти интерактивные и так далее. И вот с помощью этой книги можно научиться, работая в этой среде, ну, делать какие-то наглядные пособия, которые весьма успешно, ну, можно применять на уроках. Собственно говоря, как может связаться с автором книги «Компьютерная анимация»? Ну,
там, по-моему, у нас на сайте есть какая-то информация. Ну, надо будет, сообщим. Вообще в самой книге там есть, конечно, если не ошибаюсь. Его электронный там адрес он сообщил. Да. Ну, мы это, если что, выставим эту информацию на сайте. Значит, к этой книге в качестве сопровождения идет подготовленное автором большое количество материалов, которые можно на компьютер загружать и смотреть, как это работает. Вот я, например, могу вам сейчас быстро продемонстрировать, скажем, одну вещь. Вот как это запустить? Можно здесь? Так, да, демонстрация рабочего стола. Все, работает, да? Так, ну я здесь сам, да, по-моему, вот это, да? Ну, я надеюсь, вы видите, да? То есть вот это я взял, просто скачал с нашего сайта в качестве эксперимента. Это материалы, сопровождающие эту книгу. В данном случае мы имеем дело с геометрической иллюстрацией решения задачи с параметром для девятиклассников. Вот вы видите здесь, кстати говоря, формулировку задачи. Постройте график функции вот такой вот и найдите, при каких значениях m прямая y равно m пересекает построенный график ровно в трех точках. Ну, достаточно знакомая нам последняя задача во втором модуле алгебры на реальном, на ОГЭ. Вот здесь есть такой ползунок, который показывает n, это число n, это шаги, так сказать, рассмотрения задачи. Вот формулировка. Дальше делаю следующий шаг, перетаскиваю его там на шаг. И здесь у нас, ну, чуть масштаб можно изменить, можно подвигать все это, посмотреть. Значит, вот мы строим параболу, да? Следующий шаг. Что-то объясняем школьникам. Далее. Строим, модуль навешиваем на эту параболу, так сказать. В итоге отображаем симметрично вот эту часть, находящуюся ниже оси абсцисс, вертикально вверх. Значит, получается график вот этого модуля, да? Следующий шаг. Теперь мы строим прямую y равно m. А дальше что мы можем делать? Вот появился параметр m. А, ну понял, не спешу. Вот появился параметр m. Теперь я, двигая этот ползунок, могу этот параметр изменять. Вот, например, при m равно 0 у нас две точки пересечения. Да, какое-нибудь другое значение зададим. Вот m равно минус 0,7. Написано, нет точек пересечения. Смотрите, линия двигается. Меняем значение параметра, и тут, оп, появилось 4 точки пересечения. Вот они на чертеже обозначены. ЕД, там, что там, УФ, да? Или БФ. Двигаемся выше, поднимаемся, оп, попали 3 точки пересечения. То есть решение задачи у нас надо, при каком значении параметра, график имеет ровно 3 точки, примерно 4. Дальше поднимаемся, видим, что точек пересечения 2. Вот. Совершенно, так сказать, делается эта вся картинка буквально там за, ну, не знаю, за 20 я быстро освоил, попробовал. Вполне, так сказать, успешная вещь, которая позволяет при объяснении материала школьникам, в том же классе, например, вы можете просто продемонстрировать это все на анимационной, там, на этой доске, скажем, либо на экране компьютера, на проекторе, там, какую-то презентацию подготовить. Пожалуйста, вот шаги решения. Первый, второй, третий, четвертый, пятый – ответ. То есть ответ m равно 4. Вот это примерно так выглядит среда. В общем, достаточно мне показалось, тем более, что там огромное количество таких вот чертежей. Ну вот еще пример. Вы знаете, достаточно большая у нас есть проблема, связанная с тем, что если брать ЕГЭ, то школьники достаточно неплохо решают задачи чуть раньше геометрического смысла производной и чуть позже это, и чуть позднее, так сказать, чуть дальше по номерам задач. Но саму задачу под номером 8, а теперь она под номером 7 по этой спецификации этого года, ее там риски права по проценту решаемости. То есть народ тяжело понимает, что такое геометрический смысл производной, в чем он заключается, как решить эти задачи. Вот, пожалуйста, простая иллюстрация, которая позволяет нам, ну, фактически графически дифференцировать функцию. То есть по графику функции получать график производной. С простым объяснением
на примере которого можно понять, что откуда берется и почему. Ну вот я постараюсь тоже это показать. Ну здесь так покрупнее, наверное, сделаем. Вот смотрите, вот у нас точка X, это будет абсцисса. Ну просто ордина, это для построенного графика это будет у нас для каждой точки абсциссу задавать. Точка C, это точка, да, вот смотрим, у нас график вот он, да, кубическая парабола, вот она идет. Теперь выбираю произвольную точку X, абсциссу. Дальше строим вертикальную прямую, получаем точку пересечения, точка А. В этой точке мы строим касательную графику, вот она. Теперь проводим параллельно этой касательной через начало координат прямую, через точку О. Ну, а дальше берем единичную точку, Е, ну, абсцисса, которая равна единице, строим вертикальную прямую, в итоге получаем треугольник BOE. Угол BOE равен углу между касательной и осью абсцисс. То есть тангенс угла BOE, это вообще говоря, и есть значение произвольной, согласно геометрическому смыслу. Ну а так как у нас ОЕ выбран отрезок единицы, то отрезок БЕ в точности равен тому тангенсу. И вы видите, проводим теперь горизонтальную прямую, получаем точку С, ордината, которая равна Х, как и у графика функции, то есть абсцисса, ордината ее равна значению производной. То есть если я взял Х, какую-то точку, ну абсциссу, А это точка графика, а С это точка графика производной данной функции. Так это еще все можно и продемонстрировать в динамике. Вот я, например, давлю такую штучку «Анимировать». И идет построение графика. То есть система перебирает возможные значения точки X, и по ней вот пошла точка C, и остается за ней след. Это будет, соответственно, ну, что там, у кубической параболы производная, это будет обычная парабола. Да, вот она сейчас ее постепенно и построит. В процессе видно, как меняется касательная, видно, где там какой у нас, вот, значит, ну, понятно, бывает функция касательная, значит, у нас дает тупой угол с осью, значит, соответственно, ордината точки С отрицательная, ну и так далее. То есть практически точка С, след ее описывает, практически строит график производной. Вот сейчас, вот, так сказать, он постепенно вырисовывается и через некоторое время завершится. То есть вот школьникам, в принципе, я так подозреваю, ну, во-первых, это можно демонстрировать, во-вторых, в принципе, можно какой-нибудь элективный курс организовать, скажем, для освоения этого дела. Ну и вообще говоря, если на ту книгу посмотреть, то там огромное число различных, ну вот фактически парабола уже достроена до конца, все, она уехала за край, X уже далеко ушел, ну можно масштаб чуть-чуть уменьшить. Ну, в общем, понятно, да? Вот, тут уже, конечно, не видно. Вот, и, значит, сейчас я анимацию остановлю. То есть практически вот на простейшем примере мы видим, как реально строится график, а вот, кстати, на горе и сам график, когда я изменил масштаб, след точки исчез. Как, в общем, по графику функции строится график производной. И, в общем, тут достаточно быстро становится понятно, где тут что возрастает, где убывает, как при этом все ведет производная, ну и так далее. И вот в этой книге множество таких примеров, связанных и с производной, и с интегрированием, просто с построением графиком функций, с численным извлечением квадратного корня геометрически, там, ну и так далее, и тому подобное. Построение конических сечений. Там все эти, ну, основные определения параболы, там, ну и так далее, и тому подобное. В общем, очень такая, достаточно мне показалась интересной книгой. Повторяю, сам автор для применял ее, ну, эту систему, в том числе и для того, чтобы, ну, как исследовательские проекты для школьников, которые здесь строили там различные, ну, исследовали различные математические там теории. Ну, скажем, он тут приводит доказательства геометрической основной теоремы алгебры при помощи соответствующих построений, ну и так далее. То есть, в общем-то, достаточно такая интересная система. И, в общем, тут много чего. Можно применять ее и для,
ну, организации своих просто уроков, как наглядный материал, подготовка наглядного материала, но можно, так сказать, что-то более интересное, да, анимация. Так, все остановим. Вот для каждого момента мы можем подвинуть вручную, посмотреть, что получится и так далее. Вот. Ну и тут вот как бы, значит, по поводу этой системы мы запланировали более подробный, по поводу этой книги провести вебинар. По-моему, уже дата назначена. Он пройдет 29 сентября, также в 10 утра и в 11, ой, то есть и в 15, да, и в 15 часов по времени. Так, вопрос, почему у издательства нет магазинов в Татарстане? Ну, сразу отвечаю, что они есть, но вопрос немножко неправильно поставлен. У издательства вообще нет магазинов. Есть магазины, с которыми мы сотрудничаем, которые распространяют нашу литературу. Мы не занимаемся продажей, мы как бы книги только пишем и сдаем. Вот. Ну, а если вы хотите узнать, значит, где какие магазины и так дальше, ну, во-первых, в большинстве наших книг в конце есть там реклама какая-то с описанием адресов и так далее. Ну, а проще всего на сайте. Заходите на наш сайт, и там есть раздел «Где купить». Находите свою республику, а там магазины, адреса по городам и так далее. Можно позвонить, можно по адресу пройти. Можно, в принципе, заказать литературу и на сайте непосредственно, ну, книгу почтой. То есть вам, как в интернет-магазине. Так, еще какие вопросы, вот я смотрю. Посмотрим. А, ну давайте, да, вот это. Так, какие? Давайте сначала, а то там уже много вопросов. По геометрии есть что-то показывает. А что по геометрии? Что значит показать? В смысле, книги какие по геометрии? Ну, у нас, вообще говоря, ну, геометрия у нас в разных классах. Вы видели, я показывал вам рабочие тетради. Если вас заинтересовал там какой-то отдельный вебинар, может быть, по какой-то книге, по какому-то пособию там, или по какой-то тематике, соответственно, геометрической, ну, пишите пожелания вот здесь в чате, мы, так сказать, рассмотрим эту ситуацию. То есть, в принципе, у нас на вот ближайшие 2 месяца запланировано, по-моему, 5 вебинаров, и, по-моему, 2 темы уже заняты, но 3 еще свободны. То есть мы, в общем, так сказать, открыты для ваших пожеланий. И, в принципе, готовы как-то, ну, сделать геометрию, подумаем, может быть, геометрия. А так вот, если брать книги, у нас их, ну, я не знаю, есть и эпохальные, так сказать, вот такой толщины книги, посвященные планиметрии на ЕГЭ высокого уровня сложности, там, не знаю, под 300 страниц, а есть и очень коротенькие, там, в 30 страниц, посвященные, там, я не знаю, какому-то отдельному аспекту. Ну, в общем, ну и, конечно, в каждых тренажерах, где посвященные соответствующим разделам, где есть геометрия, естественно, там есть задачи геометрические. Так, вопрос. Почему в проекте демоверсии по математике критерии оценивания заданий второй части соединены к глобальной шкале? Ну, тут тяжело ответить на этот вопрос. Ну, как в ОГЭ, мне тяжело сказать. Ну, в ЕГЭ, по крайней мере, известно, что критерии, которыми пользуются эксперты, они несколько отличаются от тех критериев, что опубликованы в демо-варианте. Поскольку эксперты, проверяющие ЕГЭ, проходят специальную подготовку, им дают методические материалы свои, и там уже критерии несколько отличаются, они более широкие. Ну, в частности, с каким-то с этими особенностями проверки работ вы можете ознакомиться в нашей книжке вот, «Секреты оценки заданий части С». Это для ЕГЭ. Что происходит для ОГЭ? Сказать тяжелее, потому что информации об проверке ОГЭ ФИПИ выкладывает намного меньше, чем по ЕГЭ. Ну, я подозреваю, что ситуация обстоит там схожим образом. Ну, то есть, другими словами, те критерии, которые опубликованы в демо-варианте, это какая-то сильно упрощенная версия критериев. В реальности используются критерии более подробные, и они наверняка не двузначные. Ну, вот,
Ну и что? Здесь, видимо, вопрос, есть ли какой-то пример с анимацией геометрической? А, ну, граждане, конечно, можно. Там все что угодно можно строить. Это специально система предназначена для, ну, там трехмерные объекты можно, в принципе, строить, вращать, как бы. Просто вот эта книга, если брать, она в большей степени посвящена, на мой взгляд, все-таки алгебре и матанализу. То есть я тут геометрических особых построений-то и не видел. То есть, не, хотя вот это сечение, тут изображение конических сечений, там и там подобные вещи, это вроде как есть. Ну, а рисовать просто какой-нибудь обычный кубик и крутить его, ну, или там, я как бы, наверное, не вижу смысла использовать, вот, как бы, из пушки по воробьям стрелять. Все-таки это, ну, несколько другая система. То есть, если вы просто хотите красивую картинку рисовать, как иллюстрацию для геометрической задачи, я думаю, для этого подходит больше других программ. Это такая, ну, скажем, более с вычислительными там. Ну, анимация, конечно, возможна, никто не спорит. В принципе, можно нарисовать. Ну, посмотрим. Это вот у нас вебинар будет 29 сентября. Я там постараюсь, может быть, сам что-нибудь придумаю. В конце концов, раз по геогебре. Ну, вот моя задача все-таки эту книжку прорекламировать. Она нам показалась весьма интересной. Ну, там много примеров из графических, ну, иллюстрации решения задач с параметрами именно в 11 классе. Вот где там решение систем, уравнений, там, сколько там решений имеет система уравнений, там, при каких значениях параметра, или там, скажем, ну, вот такие, вот такого типа задачи, которые, помните, вот в этом году сводились ко всяким там окружностям, касательным, там, и так далее. Достаточно легко и красиво это строится в геогебре. Там двигаешь значение параметра, меняешь, и сразу видно, как взаимное расположение этих всех вот касательных, окружностях, там еще чего-то. И, в общем, достаточно красиво. Или там разные графики, как меняются при изменении параметра. Но это я все покажу, в общем, на отдельном вебинаре. Так, вопрос. Математика 9 класс пособия для чайников есть ли для 2015 года? Ну, для 2015 года мы в прошлом году выпускали. То есть в 2014, а если имеется в виду, будет ли для экзамена 2016 уже года, то мы здесь выпустим книгу «Экспресс-подготовка для 9 класса», в которой в этой одной книге будут собраны весь материал, который у нас раньше был в трех книгах. Это «Пособие для чайников. 9 класс. Часть 1, 2, 3». Вот это все будет собрано в одной книге толстой и выпущено. Ну, где-то, наверное, в ближайшие пару недель эта книга выйдет. Так, что можно сказать по слухам сдачи ЕГЭ по математике базового уровня в 10 классе? Ну, решение по этому поводу еще не принято, и, насколько я понимаю, просто так перенести базовый уровень в 10 класс не получится, поскольку там затрагивается материал 11 класса. То есть для того, чтобы перенести его в 10 класс, его нужно изменить структуру. Ну, опять же, каких-то конкретных решений по этому поводу принято не было. Это существует только на уровне идеи, которая неясно, будет ли вообще реализована. Или будет некоторые моменты. Нет, там еще одна проблема связана с тем, что если так сделают, то те люди, которые в 10 классе сдадут базовый уровень и дальше не хотят никуда поступать, ну, с использованием математики, возникает вопрос, что им дальше делать в 11 классе. Как они будут на уроке сидеть, не сидеть, им ничего не надо больше от математики. Аттестат получить, ну, это, в общем-то, сейчас можно, сдав базовый уровень, они его сдадут. Ну, в общем, кажется, тут много вопросов, пока не ясно, честно. Чуть раньше пролистнем. А внеурочная деятельность, наверное, будет отдельный вебинар. Это Коннова Елена Генриевна будет проводить. Какого там, 22 числа говорилось? Ну, это она для начальной школы. А, для начальной школы. Ну, она вначале поговорит вообще о внеурочной деятельности, а вот о внеурочной деятельности для каждого конкретного класса, ну, это, видимо, весьма специфическая тема. Не уверен, что у нас она будет. В конце. ОГЭ будут делить на базовые и профильные? Пока об этом ничего не слышно, так что в этом году, очевидно, не будут, и, скорее всего, в следующем тоже не будут. Ну, а дальше тяжело сказать. Да, вот еще вижу вопрос. В чем отличие книг для подготовки к ЕГЭ в 2015 и 2016 году? Я использую эти пособия очень активно. Ну, если брать там, не брать, точнее, всякие внешние отличия, типа там изменение числа вариантов, там увеличение, уменьшение и тому подобное, реально, если брать ЕГЭ, то в этом году, согласно проекту демоверсии,
по новой спецификации. У нас просто-напросто вырезали две задачи из первой части. Ну, просто таких задач, потому что есть отдельно базовый экзамен, куда все это, так сказать, туда все отдались, эти задачи такого уровня. Вот, поэтому немножко дали больше времени на решение более сложных задач. Это вполне логично. Ну, а посему все задачи, которые дальше следуют, они сдвинулись там по номерам немного. Ну, то есть те, которые в прошлом году было 15, сейчас 13 и так далее. Ну, в целом, вообще говоря, ну, это как бы чисто косметические изменения. В общем-то, можно использовать книгу 15-го года для подготовки, ну, исключив соответствующие задачи. Я конкретно по книгам расскажу. Значит, отличие в следующем. То есть в прошлом году у нас выходило две книги для подготовки к ЕГЭ. В этом году будет одна книга, но зато сразу с 40 вариантами. И в отличие от прошлого года, в этом году более строго выдерживается принцип парности. То есть задачи нечетного и следующего за ним четного варианта, они полностью парные. Что должно, по-видимому, облегчить работу, особенно для плохо успевающих учащихся. Ну, и в этом году, опять же, появился принцип разделения на четверки какой-то. Ну, во всяком случае, в задачах с развернутым ответом. Когда появился же, правильно? Да, да. Ну, по крайней мере, мы хотим посмотреть, какой это вызовет, так сказать, отзыв в массах. То есть, если это как-то будет замечено и будет интересно, может быть, мы как-то там... Ну, в общем, будем думать. Это еще пока только пробный шар. Когда планируется выпуск книги? Ну, тематический тренинг уже вышел, а книга с тестами, она сейчас находится в типографии. Ее печатают, и уже скоро эта книга должна появиться. Ну, я думаю, в продаже через неделю примерно, в течение недели, там, 10 дней в продаже появится. А, на нашем сайте, естественно, она появится сразу, как только у нас появится. То есть, если вы будете заказывать на сайте, то следите за там, как появится, сразу, значит, можно уже и в магазин. Отличается ли структурно от книг? Тут надо сравнивать конкретные книги, потому что даже две книги нашего издательства «Легион» структурно очень сильно друг от друга отличаются. Поэтому надо конкретно спрашивать по паре конкретных книг. Так-то понятно, что все книги друг от друга отличаются. Если имеется в виду сборники вариантов, то мы уже рассказали об их особенностях, о существовании отдельной книги с решебником для этих сборников, о всяких других отличиях, типа по парности, размещения по четверкам и так далее. Ну, могу сказать, что, в общем-то, наши книги немного, сами варианты более разнообразны по своим идеям. То есть кто-то считает это повышенной сложностью. Ну, то есть вот у нас, если варианты, хотя и парные, тем не менее, есть какие-то отличия, особенно в сложных задачах. То есть они не просто дословно парные, где только цифры отличаются. У нас все-таки задачи немножко по-другому формулируются. То есть, ну, в этом смысле разнообразия больше. Ну, просто потому, что у нас очень много авторов пишет варианты, поэтому получается, хотя и парные, но, в общем, и спектр идей, ну, на мой взгляд, пошире будет. То есть одна и ту же книгу с одним и тем же числом вариантов у нас просто будет идей рассмотрено больше. Просто потому, что задачи более такие, более широко варьируются темы. Продаются ли у вас электронные издания книг? Ну, те издания книг, которые вышли на бумаге, они не продаются. Ну, к некоторым книгам есть электронные приложения. Ну, например, к уже рассмотренной книге по геогебре есть довольно много примеров, которые можно просто скачать с сайта и сразу запустить на своем компьютере. Открытый банк заданий ОГЭ и ЕГЭ также имеет место быть. Да, он имеет место быть, все правильно. Нет, слово «также» что означает? Ну, он независимо от нас существует. Так же, как и в прошлом году, он существует. Да, все правильно. Не, он постоянно обновляется, расширяется. Если брать там ЕГЭ, там уже больше 30 тысяч задач, честно говоря, там и так далее. Стоимость за доставку, ну, это... Модератор. Так, какие-то еще в начале вопросы были, которые мы пропустили, сейчас посмотрю. Ну, это еще начало. Начало.
Ну да, в общем, тут в основном звук есть, звук нету, там и так дальше. Не отменят ли ЕГЭ как обязательный экзамен? Ну, пока, по-видимому, не отменят в ближайшие несколько лет. Ну, может быть, оставить по выбору. Я могу сказать так, что, скорее всего, у нас именно по выбору добавят экзамены к ЕГЭ. Идет разговор о том, что у нас в ближайшие 3-4 года добавят как обязательный экзамен ЕГЭ будет по иностранному языку. Скорее всего, это в ближайшие года 3 будут. Естественно, его существенно упростят, потому что он будет массовый, обязательный. Ну, похоже, что так. Так что граждане... А, и в 9 классе в УГЭ добавляют экзамены. Сейчас 2, по-моему, обязательных, а будет еще по выбору 2 или 3. То есть пока только расширяется количество экзаменов. Ну, правда, они все в основном будут по выбору, при желании. А вот в 11 классе хотят вроде бы иностранный язык добавить в ближайшие 2-3. Тут. Ну, это, собственно, один из ответов на вопрос, почему весь класс не сдает географию. Ну, скоро будет по выбору, то есть школьник не обязательно будет сдавать географию, но что-то он должен будет выбрать. То есть ничего не сдавать нельзя. Ну, в 9-м вроде сейчас 2 обязательных, остальные там хочешь, можешь ничего не сдавать. А будет так, 2 обязательных, еще 2 вроде планировать по выбору. И эти по выбору выбираешь из списка, но ты все равно их должен сдавать. Это в 9-м. В 11-м, по-моему, один только давают. Угу. Какой минимальный балл был в прошлом году по профилю? 27, насколько я помню, был по профилю. Это в математике 5 задач, соответственно. Будут ли семинары по части С? Будут. Смотрите расписание вебинаров. Будут по разным темам. Конечно, будут, да. Да, если вы можете посмотреть, кстати, записи прошлогодние, там еще ранее, там, по-моему, записи есть разных вебинаров, и там есть и видеозаписи, есть и презентации, по которым можно много чего установить. По-моему, весь прошлый год есть. А там и очень много тем было по разным разделам. ЕГЭ, ОГЭ, и вообще там все на свете. Проектная деятельность, по-моему, была. То есть много. Так. 6 заданий, ну, возможно, я... В прошлом году по математике, по-моему, 5. По-моему, 5 было. На профильном 5 было, на базовом 7. 7, да. Что за проходной балл? А, 27 баллов это 6 заданий. Нет, 27 баллов это было 5, по-моему, заданий. Да? 5. А, подожди, ну да, да, 5. 27 баллов, 5 заданий. Ну да, в принципе, вроде как время уже. В общем, следите за новостями, там, заходите на наш раздел, где есть расписание вебинаров. Там вот эти темы, которые прозвучали, многие мы из них обязательно проведем в ближайшее время вебинары. Ну а что касается книг, быстрее всего можно узнать, появилась ли книга, так сказать, вышла ли она в свет, так скажем, можно узнать на нашем сайте. Потому что как только она у нас появляется на складе, на сайте она тут же возникает, ну, как доступная для продажи. А уже только потом идет по всей сети там магазинов, интернет-магазинов там, и так далее и тому подобное. Так, спасибо за интересную информацию. Пожалуйста. Да, ну, наверное, спасибо за внимание. На сегодня мы, наверное, уже как бы... Всем удачи в новом учебном году, хороших учеников, ну и успехов для них на экзамене. Спасибо.